дальше ничего не понимаю. А почему вот в таком состоянии вы можете ответить? Нет. Скажите, сожалеете о том, очень что... сожалею. Страшное злодеяние совершенное. Наверное, уже... Наверное, уже и мне с этим жить все время, и бедные родители будут с этим жить. Может быть, хотели бы обратиться к родственникам погибших, пострадавших? А что я могу сказать? Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Ну, пусть простят, хотя бы в душе, не физически, не морально, хотя бы в душе. И я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли за меня. Какое наказание считаете? Самое суровое, вот все, что предусмотрено, 15-15. Вы много выпили? Да выпил немного, просто я начал работу в 4-15 утра. Выполнил 33 заказа, выполнил до 12. Ну, видимо, выпили и уже усталость почувствовал. Ну, там бутылка была на двоих, 0,7. Архангельского. То, что за руль сел пьяный, это да. Это не имеет никакого оправдания, тем более после того, что случилось. А ранее вообще когда-нибудь садились за руль? Нет. Было в юности было на мотоцикле, а на машине нет. У меня нет ни одного ДТП за всю историю. Превышение скорости на 5-10 км было. Если бы можно было отмотать и вернуться. Ничего не отмотаешь, ничего. Конечно, конечно. Ни за что бы не было.